Меховые изделия на сумму 19 миллионов рублей украли неизвестные из салона шуб в Москве, сообщила в четверг пресс-служба столичного главка МВД Российской Федерации. Сигнал о грабителях поступил после 5 часов утра. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции установили факт кражи и возбудили уголовное дело. Сейчас оперативники в экстренном режиме работают над перехватом злоумышленников.